Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что ж, давайте поиграем сегодня немножечко в Tower Conquest. Так, давай-ка забираем. Тоже здесь забираем. Так, отлично. Здесь у нас еще что-то армия. Что-то новенькое нам дано. Ага, можно его развить. Давайте мы это сделаем. Хо-хоу, нифига он с щитом таким надгрудным. Ладно, довольно неплохо. Так, и у нас здесь еще в магазине. Забираем бесплатно. И, в принципе, больше у нас пока ничего такого серьезного здесь нету. Так, да, кстати, надо еще мне здесь у друзей все вот это вот сделать, подарки. Опачки, и получаем с вами сундук друзей. А из него нам выпадает... Хо-хоу, довольно неплохо. Довольно неплохо, я вам скажу. Так, ну что, хватает нам на что-нибудь еще или нет? Походу, ничего, ребята. Ну что ж, давайте тогда мы с вами попробуем пройти немножечко дальше. Так, в бой. И у меня... Так, здесь почему-то недопройдено и здесь. А кто у нас тут? Блин. Блин-блинский, я бы так сказал. Но... Ха-ха. Блин, вот меня только смущает вот эта вот летучая мышь. А, у меня же нет тут летающих, да? К сожалению, нету. А кого мы можем с вами выставить? Какого летунка? Ладно, давайте мы попробуем так, пока без летающих. Авось у нас прокатит все это дело. Так, давай. Так, и у него такая... А, нет, у него не такая же, ребята. Не такая же это была ошибочка. Так, слушай, он вызвал Франки, да? Вот, о чем я вам и говорил. Вот это вот будет раздражать сейчас летающая эта мышь. Очень, причем сильно. Так, ну, по крайней мере, мой Франк будет посерьезнее, чем у него. Мышь эту... Иди отсюда. Разлеталась, только нервируешь меня. Ага, а тут эта бабка. Ё-моё, со своими вот этими вот колобками. Блин, черт бы ее побрал, а. Ну давай, 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 отлично. Давайте еще одну пилораму вызовем. Ёлки-палки, ну давай, давай, бомби, бомби, отлично, все забомбили. Так, мне интересно, хватит? Да, мне хватает, и сейчас. Вот так вот. Блин, и он вызвал, а? Вы посмотрите. И он тоже вызвал. На-ка, получи, отгреби по полной программе. Я не по... Оу, у него еще отхилка сзади стоит. Ядрить его на корень. Тут мы проиграли, по-моему, ребят, смотрите. С отхилом-то, фиг ли тут. У меня ничего здесь такого и нету. Черт подери, что-то меня там фартануло. Да на ты получи. Достал уже в корень просто. Так, давайте сделаем вот так вот. Вот этот-то, конечно, с щитом очень хорош. Он уже замок, что ли, мой бомбит? Вот гаденыш. Ладно. Ну, я надеюсь, мы успеем все-таки пройти уровень. С вами мне бы этого очень хотелось. Заваруха такая, а. Смотри. Да что там такое? Бомбит мой замок, что ли? Да, бомбит. Эти ведьмы, вот, честно говоря, доставучие. Просто доставучие. Да, что-то уж больно как-то он меня быстро тут разбирает, если честно. И только лишь благодаря вот этим вот чертовым летающим мышам. Давай, 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 давай. Не, тут, по ходу дела, мы проиграли. Черт бы их побрал, а. Как бы мне этих мышей? Блин, надо было какого-нибудь взять с дальней атакой. И тогда бы мы могли бы еще выиграть здесь. А так они просто травят. Травят моих персонажей, которые уже и так
Вот так вот. Замечательно. Что там? По всем почти параметрам я проигрываю. Ну что же, есть надежда только вызвать вот этого смертушку мою. Давайте попробуем. Замечательно. Так, давайте деньги. Так, еще франк. Ну, бей ты эту мышь летающую. Молодец. Ну что же, тут-то мы победили. Но опять же плохо очень сильно. Ладно, снесем базу. Дальше разберемся. Главное, что победа за нами. Так, продолжаем. Ну и сундук, естественно, мы зарабатываем. Сундук нежити. 7-9. Что же, я вам скажу, довольно неплохо. Так, и у нас открывается с вами следующая карта. Да, вот эти, конечно, бы надо было бы пройти полностью. Ну да ладно, давайте тогда начнем с этого. И я хочу уже взять свою вот эту вот команду. Она должна себя показать, я думаю, достойно. Так, поехали. Так, соточка. Так, у меня здесь этот. Ну, так, он вызвал щитоносца, да? Ладно. А мы вот так вот. Кто тут кого, блин? Так, давайте прикроемся луками. Ядрить его на корень. Что ж такое? Давайте зомби вызовем. Пускай идет. Взрывает там всех. А ну-ка иди сюда. Достали вы там уже. Из-под тишка, так скажем. Ну что же, в принципе, здесь-то все пока легко и просто идет. Так. Давай, танкуй, танкуй, хотел сказать. Не танкуй, а это дамаж. Это у нас оборотень, дамагер. Скоростная атака у него. Ну, а сам он по себе, конечно же, вялый. Но этого нам хватит, чтобы разбомбить базу. Отлично. Продолжаем. Что за подлагивания, я не могу понять, какие-то идут. Так, ну с этими мы тоже здесь справимся. Что-то я не могу понять, что за подлагивание. Это, наверное, из-за того, что, ребята, у меня там квест завершен, исследователь. Что у меня там идет рендеринг очередного видео. Наверное, из-за этого все происходит так. Так, слушай, иди отсюда, а. На удар-то его и хватило. Так, ей обязательно лучников надо вызывать. Так. Ёлки-палки, сейчас упадет. Упадет он сейчас у меня. Щит, ну давайте тогда так сделаем. Да блин, да что такое? Я думал, выживет, нифига. Так, этих хохломонов давайте сюда вытягивать. И возьмем. Где твой щит-то, родной, а? Без щита он тут прыгает мне. Так, и давайте еще одного танка вызывать. Ну что ж, довольно неплохо мы идем. Довольно, я бы сказал, очень хорошо. Давай, разбирай. Да что ж ты упал-то, ну... Да... Слов у меня нет на него, просто нет слов. Надо опять вызывать танка, как иначе-то? Щит отлетел. Весь там рассыпался. Нет, все-таки мой оборотень здесь рулил. До этого было дело так. Давай быстрее. Слушайте, у меня здесь чего-то не хватает, да? Мне кажется, здесь вот этот зомбарь как-то немножко не в тему. Он не вписывается в мою команду. Ну, а вот эта женщина всегда вписывается и везде. Сейчас начнется тут. Так, карточки обязательно поднимаем карточки. Как же без них? 47 секунд у меня осталось, ребята, до уничтожения базы, чтобы я получил все 3 бонуса. Я должен справиться. И да, мы справляемся. Отлично. Кстати, можно, в принципе, ребята, сходить. Я думаю, можно и на арену глянуть, да? Почему бы и нет? Давайте-ка посмотрим, что у нас тут на арене происходит. И противник найден.
А что такого слабенького мне подсовывает? Слабенький да удаленький, что ли, да? Ну-ка, давайте-ка я попробую. Что, у меня только вот эти вот ребята, да, есть? Давайте-ка я, наверное... Тут летунов нету. Попробуем вот этой вот командой моей уничтожить соперника своего. Ну и, соответственно, подниматься по чуть-чуть. Ввысь, высоко-высоко. На следующую ступеньку, на следующий ранг. Кого он там вызывает? Да что это у него первоначальные эти мечники-то? Так, а вот это вот не надо. Вот это вот охламона самурая. Ну, он ватный здесь почему-то. Да и хибара у него какая-то, знаете, никудышная. Так, тихо-тихо. Вот эти вот ниндзя меня всегда раздражали, если честно. На, получи ты. Хибара на один удар, как говорится. Новое место. А почему это я? Я же раньше участвовал и доходил до серебряной лиги. Видимо, здесь все это потом обновляется. И ты начинаешь все с нуля. Ну что же, давайте, я не знаю, можно или идти на арену. Ну давайте еще на арену сходим. Посмотрим, кто у нас там следующий будет оппонент. Противник найден. И... опять какие-то вялые. Ладно, давайте еще тогда один бой сделаем. Ну, а уже потом пойдем по основной нашей миссии. Так, давай-давай, что ты у меня остановился-то? Все время забываю, что надо здесь подкапливать манну. Так, вот это, конечно, печалька. Вот он мне никогда не нравился, этот рыцарь. Ну, он здесь не прокачанный, так что ему здесь... кранты. Как вы сами прекрасно все видите. Опачки, а если я так? Как тебе? Слушайте, мне такое ощущение, что графика как-то то ли немножко лучше, то ли мне так через эмулятор кажется. Что-то крупненько, сочненько. На мобильнике, когда играешь, как-то все так маленькое, все такое скукоженное, а здесь довольно все так крупно. Хотя я раньше в нее играл, она у меня есть на канале игры. Так, ладно, ребят, давайте мы тогда... подождите, а что я на тренировку-то не поставил никого? Блин, одну энергию придется тратить. И здесь тоже. Ладно, шиш с ними. Лучше они пускай у меня тренируются. О, а здесь две энергии, блин. Блин-блинский, я бы так сказал. Ладно, не будем мы тратить, мы с вами пойдем просто на очередной бой. Так, кто у нас здесь? А вы, кстати, ребята, пишите, нравится ли вам эта игра и хотите ли вы смотреть продолжение. И если хотите, то что? Ареновские бои или все-таки прохождение самой игры? Так, ладно. Это мы, как, так сказать, коротко о главном. Здесь у нас такие враги летающие есть, поэтому нужны лучники. И здесь у нас опять роботостроительный завод. Ну что же, мы, в принципе, готовы, да, ребята? Держать отпор. Вот так вот у меня пошел первый. Ага, вот так вот он, значит, делает. Ладно, давай, лукарь, вылетай. Успеешь? Ну! Да чтоб тебя, нет. Не успела, к сожалению, надо бить. Слушайте, вас там не слишком ли дофига набралось-то, а, архаровцы? Этот без щита олух. Так, и возьмем оборотня еще себе. Ну добить, да что ж такое-то. Никак она не может добить, а. Странно как-то очень все это дело. Но здесь в любом случае ему крышка. Мы его сейчас просто задавим. Так, 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 тихо. Давай, давай, жарь. Замечательно. Вот это вот нам нужно, пригодится. Деньги тоже пригодятся. Ох, как хорошо жарит. Просто смачно. Так, денежка куда полетела? Ты мне нужна. Блин, оборотень довольно нехило жарит, когда вот он прокачанный. Довольно серьезный такой враг. Так, еще одна карточка. И ураганчик. Опа. Все, думаю, сейчас замку будет
кранты. Ничего он тут сделать уже не сможет. И победа за нами. Так, замечательно. Что моей башне? Был нанесен урон? Там написали или что? Там ничего нету, все нормально. Так, а здесь у нас, значит, хил будет. Ладно, ребята, у нас последняя с вами энергия. И попробуем забомбить. Так, давайте дальше. Кто тут у нас стоит? Пока никого нету, никто не выходит. Но то, что у него здесь хил, это, конечно, плоховато для нас будет. Оу, 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 оу. Ты не слишком ли разогнался, паренек? На-ка. Отлично, деньги сюда на бочку. Так, он сейчас будет этого щитоносца хилить, а? Ай-яй-яй-яй-яй, надо будет вот этого вызывать нам. Давайте вот так вот подтянем его сюда. Че он там в конце концов? Побежал куда-то. Побежал, да не убежал. Так, мой зомбарь идет, взорвался где-то непонятно посреди лужайки. Не там, где надо. Так, все, пока у нас тут под контролем, как вы видите. Ох, как оборотень. Ай, распилили его, блин, жаль. Так, еще одна карточка. Давайте их сюда подтянем. Вот так-то оно будет лучше. Так, давайте еще одного стражника вызовем. Ну и, наверное, будем вызывать уже нашу героиню. Так, сейчас мы тут всех тут расчикаем. Хотя не уверен, там этот подхил... Вот-вот-вот-вот, сейчас мы их и снесем, обоих причем здесь. Ну-ка, давай иди сюда. Стоят они там мне. Буянят. Так, оборотень. Этот. Всех, короче, вызову сейчас. Ну, давай. Чикай там. Веровульф. Да что ж такое? Эти хилеры достали, вот честно вам скажу. Стоят там где-то в куче и хилят, и хилят. Давай иди сюда, поближе. И мы уже все, ребят, разбираем базу. Тут уже никто не успеет вылезти. Такая армада тут стоит. Готовы, огурцы. Так, отлично, победа за нами. И у нас, ребята, по-моему, больше, к сожалению, нет энергии именно вот на этом персонаже. Но зато есть на другом. Вот здесь. И мы, наверное, с вами ими и пойдем повоюем. Почему бы и нет, да? Так, продолжить. Так, поехали. Так, у нас получается что? Роботы на роботы? Ну, давай посмотрим, кто... Чей робот будет сильнее, мой или их? Так, он здесь подхило взял. Ай-яй-яй. Да, вот это, конечно, фигово. Очень фигово. Ну, да-да... Нет, конечно же, не добил. Да на ты получи. Так, вот это хорошо. Дай сюда роганчик это. Жить. Вот там вот и сидите всей кучкой. Дружно и поляжете сейчас. Хотя, опять же, не факт. Надо вообще вызвать тигра, он сейчас тут всех расколбасит. Ну и вот этого за 350. Он тоже у нас такой довольно серьезный чувачок. О, как раз сейчас прилетело им. Так, дайте карточку заморозь. О, он уже босса вызвал. А вот это вот плохо. Этот дуралей сейчас тут начнет. Блин. Ай, сейчас он там встанет, начнет заряжать. Ёлки ты палки, донаты получи. Сейчас будет активироваться, да? Но он не успел, ребята, не успел он, к сожалению. Точнее, к счастью моему. И мы побеждаем.
Причем мы тут получили полностью все по 3. И робот, сундук робота нам достается. Замечательно. Так, и у нас открывается новая лока. Ай-яй-яй, это у нас пришельцы. Так, ну что, есть еще одна энергия. Давайте пробовать. Блин, ну довольно сильные уже тут у нас враги, как вы видели. Ну, первый уровень-то, в принципе, что там? Ничего сложного. О-о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 , тихо. Ты смотри, он сейчас так будет, что ли, их выпускать? Походу дела, да. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, копись-копись. Черта с два, блин, не успел. Жаль. Жаль, конечно. Этот у нас с разбега может бомбить. Ох ты, а че он такой? Такой мощнявый-то, ты хорош. Ты завязывай давай, браток. Ну-ка, иди отсюда. Ты смотри, что тут творится, а. Угу. Ну, даже вдвоем не сможете его разбить, да? Это жесть, ребята. Да ну хорош, блин. Нифига себе, блин. Вот это начало. Да ёшкин ты кот. Давайте мы сделаем так. Мне бы вот этого за 350, отлично, все. И так вот, получи. Так, давай сюда, карточка мне нужна. Это пригодится. Ну-ну-ну-ну-ну, разобьем. Да, конечно, бонуса мне не видать, как своих ушей, потому что повреждение он нанес моему замку. Что, допрыгался? Это тебе не в бирюльки играть. Так, давай, 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 быстрее, быстрее. Вот, вот так вот. Я даже успел вызвать здесь своего скелетного голема. Ну что же, ребята, победа за нами. Да, конечно, не получил я полностью тройной бонус, только лишь два. Но карту я эту прошел. Я обычно как делаю? Прохожу все карты, ребята, абсолютно все, со всеми вот этими бонусами, чтобы получить все вот здесь данные награды. Ну, а потом уже перелетаю в телепорт. Ну, а так как у меня энергии больше нету, я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и до скорых новых видосиков, ребят.